Служба безопасности Украины поделилась с общественностью телефонными разговорами оккупантов. Оккупанты рассказывают о совершенных ими преступлениях в Украине и сопротивлении украинского народа. Представляем вам эту запись. Мы когда заехали в Украину, везде на заборах, там, где уже проходили какие-то боевые действия и проходила наша армия, и, короче, надписи типа, блядь, там, русские оккупанты, уходите, мы вас не звали, мы вас не ждали, типа, и, то есть, вот еще Россия захватчики, там, Путин, блядь, ну, потому что, блядь, вот ты вот едешь, вот мы ехали, у них поля такие чистые были, бля, сейчас все засорено, все подожжено, везде дорога. Да, везде какие-то ямы, горевшая техника стоит, тела лежат. Остановка была, и получается, не спиной к остановке, блядь, ну просто лежит тело. Вот он в сидячем положении, блядь, ну видно, ну мертвый человек. А сверху надпись. Я же говорю, вот эту надпись. Вообще не забуду. Тихочку больше, чем бандеровцы, блядь. Магазин, блядь, дома. То есть, и вот таких моментов... Хуя, и ты тут все просто едешь, и ты это видишь. И обстановка, блядь, проезжаем, допустим, колоннами села, блядь, иногда выходит руководитель, ну, блядь, вот как мы ехали, когда колонны, блядь, по концу начали стрелять, ебать. То есть, ну, понятное дело, мы, блядь, жители там не раз. Когда там в селе тоже стояли, мы когда приехали, нам сказали, блядь, женщина вышла, она просто начала обстреливать колонны. Я не чувствую себя, знаешь, как вот, допустим, чувствовали там наши прадеды, блядь, когда они великочисленные выигрыши, они, блядь, правое дело делают. Я вообще, никто из нас этим гордиться не будет. Он уже, блядь, уже слегло. Ты просто такие